Эй, друзья, с вами Севпро, и сегодня я покажу модную еду для Майнкрафта Покедрижн. Что ж, после танки дамы в нашем мире появляется аж 80 новой еды, которую вы можете крафтить в режиме выживания или добыть с помощью креатива. Ну что ж, во-первых, у нас появляется такая булка, или можно сказать хлеб, и сможете его съесть, если вы очень сильно голодны. Это с баранина, и что же могу сказать, что мод даже маленько расчищен. Если вы запомните овцу и убьете ее, то с нее выбудет та самая баранина, да, как и на ПК-версии Майнкрафта. Что ж, это у нас печеньки Орео, которые стали известны в новом году. Наверное, все знают это печеньки. Да, они очень вкусные, и рекомендую их покушать. Это у нас обычная яичница, которую вы сможете приготовить из обычных яиц. Кремовый пирог. Да, очень вкусный, надеюсь, я. И сейчас я хочу его съесть. Это у нас яблочный сок. Вы сможете его также выпить. Вот, ну давайте еще раз покажу, что с овцы падает баранина. Да, с нее реально падает баранина, которую вы можете забрать и потом съесть. А может быть даже приготовить. Да, здесь очень много разной еды. Ну, я писать ее очень-очень долго. К примеру, это пузырек с молоком, да, вместо ведра. Это зефир на палочке. Есть также зефир на палочке, который уже приготовлен. То есть здесь просто очень много разной еды. Просто неимоверное количество. Это у нас, к примеру, яблочный пирог, сыр, да. И к этому моду, к сожалению, не хватает мышей, которые ели бы этот сыр. Да, прикольно было бы ловить мышей на сыр, да. Ну, это возможно добавить, но это очень сложно. Поэтому в моддинге это вряд ли будет у нас когда-нибудь доступно. Ну что же здесь еще можно посмотреть? Здесь посмотреть, по идее, можно много чего. Есть также семена, но, к сожалению, как многие подумали, эти семена посадить, как обычные семена, нельзя. Вот такой минус этого мода. То, что сажать их нельзя. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.